По традиции в Краснодарский край специальным бортом из Иерусалима доставили благодатный огонь. В аэропорту его встречали казаки во главе с атаманом войска. Верующие зажигали свечи и лампады. Частицы священного огня в ту же ночь казаки отвезли в храмы по всему краю. Главная служба прошла в Краснодаре в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Вместе с прихожанами участие в богослужении принял губернатор края Вениамин Кондратьев с супругой. Ближе к полуночи под звон колоколов верующие во главе с митрополитом Исидором совершили крестный ход и возвестили о воскресении Христовом.